Первый этап знаменитого ралли «Дакар», который проходит в Аргентине, пришлось отменить из-за серьезной аварии. Инцидент произошел практически сразу после старта в Буэнос-Айресе. Китайская гонщица не справилась с управлением. Ее автомобиль вылетел с трассы на крутом повороте и задел стоявших на обочине зрителей. 10 человек получили травмы, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших беременная женщина и четверо детей.